Всем большой привет! Спасибо, что зашли на мой канал. Побывала я в магазине Fix Price и наткнулась на долгожданные новогодние новинки. Да-да, уже появились на полочках Fix Price новогодние товары. И в частности, именно за этими товарами я направлялась в данный магазин. Итак, кому интересно, что же там интересного появилось, что в моем пакете, что же я купила, оставайтесь со мной и давайте приступим к обзору. Итак, первое, что было в моих покупках, очень мне хотелось вот такую вот новогоднюю серебряную елочку, именно в таком цвете, такая вот замечательная. И также была представлена обычная классическая зеленая, но серебряная мне больше всего пригляделась. И стоит она 199 рублей. Сейчас я вам ее открою и покажу. Светящаяся вот такая вот она. Сейчас мы с вами ее зажжем. Вот такая вот прелестная красавица. Дно выполнено из дерева. Вот это вот сама подставочка. И пахнет прям натуральным деревом. Очень классно. Также на полке Fix Price я нашла вот такую вот красивую шкатулочку. Только посмотрите на нее, какая она замечательная. И вот внутри два отделения. Не смогла я пройти мимо этой красотки. Такая шкатулочка стоит 199 рублей. Вот такой вот сувенир я купила, новогодний шар с таким вот Дед Морозом, елочкой и с летящими снежинками. Очень красивый сувенир, 149 рублей такой стоит. Вот такой вот светильник в виде имбирного такого домика. С конфетками, елочками, словно очень такой реалистичный, как будто из печенья, что ли, состоит, или пряника. Такой пряничный новогодний домик. Можно куда-то подвесить вот так вот, будет красиво. 149 рублей цена его. Далее мне очень понравилась расцветка вот такой вот мишуры. По 50 рублей я нашла. Такая голографическая, очень красивая. И также я не прошла мимо дождика. Дождик я каждый год покупаю. Разные были расцветки. Мне понравилась такая вот синяя волнистая и вот эта серебристая. И вместе они по 99 рублей шли в комплекте. Далее вот такие вот елочные украшения в виде слоненка, тоже такого голографического, на розовой основе, очень красивый, на веревочке он идет, по-моему, 77 рублей. Также в разных оттенках были вот такие вот быки стеклянные. Я взяла золотого, также был представлен, по-моему, синий. И еще в каком-то оттенке я взяла вот такого. Он идет тоже 77 рублей. Магнитик на холодильник, символ года. Вот такая вот коровка. По 50 рублей они шли. Теперь хочу показать полезные вещи, которые я купила для дома. Это вот такие вот три пластиковые контейнеры. Они разные, совершенно разные. Стоимость от 18 рублей до 25, в общем, вообще копеечные цены. Есть контейнер герметично, закрывается он, и его можно использовать для первых блюд. И также, допустим, вот такой вот контейнер можно использовать для салатиков. Или для вторых блюд, как вам будет угодно. И также эти контейнеры подходят для использования в микроволновой печи.
Ну а для детей также появились новинки. Вот такие вот домашние питомцы, собачки. Есть в черном цвете, есть в сером цвете. В черном мы уже распаковали. В сером у нас пойдет на подарок, поэтому все упаковано. Собачки такие по 199 рублей. И они у нас ходят, лают. И, в общем, ребенок может с ним играть как с настоящим питомцем. За 199 рублей просто находка. Сейчас вам покажу в действии. Работают такие питомцы от двух пальчиковых батареечек. Очень хорошо выполненные, качественные игрушки. И, в общем, довольны остались. Также из новинок в наличии появились для детей вот такие вот наборы за 190 рублей. Называется игровой набор «Чайный сервиз». Любили мы дома играть в подобные игровые наборы. Сюда, я так понимаю, входит все самое необходимое и в очень красивом оформлении. Далее взяла вот такую вот раскраску, также тут наклейки идут в комплекте, называется «Тема транспорт». Здесь 250 многоразовых наклеек, стоит 50 или 55 рублей, я точно не помню. Вот, давайте посмотрим, что у нас внутри. Здесь у нас описание всего, разные машинки. Видите? И также для развития тут наклейки, видите, в виде кружочков разноцветных. Их можно вклеивать в транспорт. Далее очень заинтересовал также детский набор. За 199 рублей мягкий конструктор Эва, Эва-блоки. Видите, тут разные формы, можно создавать какие-нибудь замки, домики строить. В общем, все, что ребеночку захочется, по-моему, классно на подарок, например, тоже будет очень замечательно. Также канцелярские товары, я очень люблю брать в фикс-прайсе, и из новинок также появился набор вот таких цветных фломастеров. 15 штук и стоит 55 рублей. Вот такие вот симпатичные фломастеры. Также по 4 рубля самые такие обычные классические тетрадки. В линеечку, в клеточку. Ну и все. Это все то, что было в моих покупках. Кому понравилось видео, непременно поддержите лайком. Я жду также ваши комментарии под видео. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока!